В бельгийском Льеже появился собственный Диснейленд, однако к знаменитой компании он не имеет никакого отношения. Его постройки доживут лишь до весны, поскольку все они вырезаны изо льда. Для создания этих сверкающих скульптур потребовалось 400 тонн воды, 5 недель работы и руки 80 мастеров. Посетители выставки найдут здесь самок спящей красавицы, прогуляются по лабиринту из Алисы в стране чудес, увидят корабль из русалочки, героев короля льва и капитана Джека Воробья. Водяной парк персонажей студии Disney откроется 22 ноября и будет работать 2 месяца.